Будаўніцтва жылля ў Гомелі і райцэнтрах зімой не спыняецца. Краны бадзёра блізяць да завяршэння новыя доўгачаканыя аб'екты. Асабліва чакаюць уласных квадратных метраў у раёнах. Наша здымачная група наведала Чачэрскі і даведалася, як там справы ў будаўнічай сферы. Марына Северянова працягне. Ад новага дома, у якім сям'я Вольгі Лагойкіна атрымала кватэру, да яе работы пара хвілін. Жанчына працуе ў школе. Наваселле шматдзетная сям'я плануе значыць улетку. Пакуль ідуць апошнія прыгатаванні да пераезду. Благодаря программам нашего правительства поддержки многодетных семей, в 2020 году нам предложили вступить в кооператив для постройки нашего жилья. Получается, через 9 месяцев мы уже в руках держали ключи. Но это достаточно быстро, квартиры. Да? Да. А по расположению, вот где вы хотели получить квартиру, достаточно ли удобно расположен дом? Очень удобно, в шаговой доступности учреждения образования для детей, что немаловажно, детский сад, различные магазины, которые тоже необходимы, вся инфраструктура, в принципе, создана для полноценной жизни. Шматпавярхоўкі ў Чачэрску будуюць штогод. Попыт на новыя кватэры ёсць заўсёды. Чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, таму пацверджанне. У ёй амаль 9 сотняў сем'яў. Каля 120 шматдзетныя. У тым ліку і для іх летась пабудавалі гэтую шматпавярхоўку. В 2021 году в сентябре месяце был введен в эксплуатацию 45-квартирный жилой дом в городе Чачэрске по улице Советской. Из них 30 семей. Это многодетные семьи, 15 квартир – это арендное жилье для молодых специалистов. На сегодняшний день все квартиры заселены, пустующих нет. Хочу добавить, что все квартиры с полной отделкой. Стоимость квадратного метра – 1244 рубля. Дальше 15 квартир, которые отдали молодым специалистам, обходятся им литерально дарма. Кошт аренды – однопокоевая, каля 6 рублей, без улику коммунальных послуг. Активно протягнется будовництво и сёлета. В городе Чачэрске разработан детальный план квартала застройки жилой, состоящий из 13 позиций. На сегодняшний день 50% плана уже застроено. Ведется строительство 40-квартирного жилого дома. Кто в этом доме будет жить? Как многодетные семьи, так и молодые специалисты. И какие дальнейшие планы застройки? Дальнейшие планы планируем начать строительство 40-квартирного жилого дома для молодых специалистов. Это в этом году? Это в этом году, в 2022 году, во втором квартале. То есть это за отдельный дом? Нет, этот дом мы вводим по концу года. За отдельный дом позиция 12, 60-квартирный жилой дом. И для кого предназначен этот дом? Для молодых специалистов и для многодетных семей. Таким чином, сёлета у Чачэрску будет идти будовництво трех домов. Шматповерховки находятся у квартале, які почали освоивать 7 годов тому. До 2025 года усе 13 домов, запланованные до будовництва на этой территории, будут сдадены. Подробности глядите у программе «Великая будовля». Эфир 27 лютого у неделю у 19:45. Марина Северянова, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель» с Чачэрска.